Всем привет! Сегодня у нас немного аудиофильский выпуск. Сегодня мы попробуем сравнить два гитарных кабеля. Один это кабель high-end класса от компании Hamblebee Cables. Вот у меня в руках. И второй недорогой гитарный кабель, купленный рублей за 800 в музыкальном магазине. Называется он Drabka Horizon Company. Ну, вот так. Кабелями от компании Hamblebee Cables я пользуюсь уже несколько лет. Данная модель изготовлена из немецкого кабеля high-end класса Sommer Corona. Вот такой вот жесткой оплетки, которая не позволяет лишний раз кабель гнуться, с джеками Neutrik. По поводу второго кабеля особо, наверное, сказать нечего. Обычный недорогой гитарный кабель, также с джеками Neutrik. Значит, пару слов скажу о том, каким образом мы будем их сравнивать. Для начала попробуем оба кабеля включить напрямую в ход звуковой карты, не используя при этом никаких дополнительных обработок, ну, разве что кроме лимитера. То есть, чтобы был максимально сырой сигнал. Потом попробуем включиться в чистый канал преамп SLD. Потом, естественно, попробуем грязный канал. И в конце концов попробуем, как оба кабеля звучат в миксе, есть ли разница. Для подключения преампа к звуковой карте я также использовал полуметровый патч от компании Hamblebee Cables. Ну и попробуем подвести некоторые итоги нашего сравнения. На мой взгляд, на всех режимах работы разница слышна, особенно в области высоких частот, некоторой глубины, прозрачности. Я не очень большой фанат этих аудиофильских всяких терминов, но тем не менее. Конечно, разница не настолько большая,
если, допустим, играете на концерте и включаетесь в комбик Randall RG-75, то, скорее всего, эту разницу никто не заметит. Но если вы пишете хороший инструмент, если вы хотите в дальнейшем его реампить, то я считаю, для этих целей целесообразна покупка хорошего кабеля high-end класса, чтобы избежать потерь сигнала. Собственно, на этом все. Я надеюсь, что кому-нибудь это сравнение было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.